Добро пожаловать в гости, дорогие девочки и мальчики. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, ребята. Сейчас у нас и на календаре, и на дворе красивая пора – весна. Всего у нас 4 времени года, верно? Да, это зима, весна, лето и осень. Правильно, Машенька. И весна среди них считается самым молодым временем. А почему, Дуняша? Потому что именно весной, после долгой зимы, начинает появляться первая молоденькая травка. На деревьях появляются зеленые листочки и распускаются цветочки. А у птиц и зверей появляются детки. Весной в природе начинается новая жизнь. Друзья, ну-ка вспомните сказку «12 месяцев». Я хорошо ее помню. Девочка пошла искать лес подснежники и увидела на полянке 12 месяцев. Правильно. В этой сказке месяцы изображены в виде людей. И 3 месяца весны, март, апрель и май, в сказке самые молодые. Точно! А месяцы зимы самые старшие, настоящие дедушки. Вот видите? А теперь вспомните, как мы еще иногда называем зимний мороз. Зимний мороз? Да. А, поняла, Дедушка Мороз. Правильно, Машенька. А вот весенние месяцы в сказках всегда изображают молодыми, юными персонажами. А сейчас, друзья, я бы хотела почитать вам красивые стихотворения. И будут они... О весне! Совершенно верно. Вот послушайте стихотворение «Весна», которое написал поэт Алексей Николаевич Плещеев. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало. Пора метелей злых и бурь опять надолго миновала. Да, теперь зимы долго не будет. А с каждым днем становится все теплее и теплее. Конечно, ведь вслед за весной придет лето, самое теплое время года. А теперь послушайте такое стихотворение о весне. Верба распустилась и весну зовет. Скоро к нам красавица, скоро к нам придет. С песней соловьиною, с зеленью лугов, с серебром журчанием светлых ручейков. То-то будет радости, то-то воля нам бегать день без отдыха по полям, лугам. А я тоже буду бегать по полям и лугам, когда в деревню к бабушке поеду. А я люблю лежать на травке и смотреть на цветочки. Да, отдых на природе – это замечательно. И для здоровья очень полезно. Вот только лежать на травке будете летом, а сейчас еще весна. Земля должна хорошо прогреться после зимнего холода, поэтому немножко придется подождать. Ну а пока мы с вами можем посмотреть мультфильм. Вам хорошо. Вы можете делать зарядку, а я не могу. А я сейчас тебя научу. Смотри, упражнение началось. Ноги вместе, руки врозь, ноги вместе, руки врозь. Какие руки? Какие ноги? Какие ноги, я тебя спрашиваю? Задние. Или передние. Но у меня нет ни задних, ни передних, ни средних, никаких. А что ты кричишь? Ведь что-то у тебя есть? Есть! Хвост!
Ничего нет, только хвост. Покажи. Так, гнется. Отлично. Удав будет делать зарядку для хвоста. А разве бывает такая зарядка? Бывает. Упражнение для удава. Лягте на пол, а потом хвост налево, хвост направо и вращение хвостом. А зарядка для хобота, извините, бывает? Зарядка бывает для всего. Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь. Раз, два, три, четыре, ноги выше, руки шире. Кто придумать бы помог, если нет, не рук, ни ног, что поставить шире? Как к вопросу подойти? Ноги выше, это три или все четыре? Всем занять свои места. Рассчитайтесь по порядку. Есть зарядка для хвоста. И для хобота зарядка. Пусть удавит длинный хвост, выгибается как мост. Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире. На сегодня все. Я была очень рада вас сегодня повидать. Обязательно приходите ко мне в гости и в следующий раз. До свидания, девочки и мальчики. Спокойной ночи. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Ночь вздыхает сладко, сладко. Звездный свет.